Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Диалоги». Я ее ведущий Альви Каримов. И сегодня у нас в гостях председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаил Байганов. Исмаил, добрый вечер. Добрый вечер. Ни для кого не секрет, почему именно вы сегодня участвуете в нашей передаче. До выборов остается 10 дней. Значит, в Чеченской Республике выборы проводятся, и депутатов будут выбирать и в Государственную Думу, и параллельно вы организовываете выборы в местные органы власти, да? Да, действительно. До выбора осталось 10 дней. В Чеченской Республике 4 декабря пройдут выборы Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва и органы местного самоуправления Чеченской Республики. Исмаил Владимирович, а сколько партий вот, в Чеченской Республике принимают участие в борьбе за депутатские мандаты? Я хотел бы особо отметить, что в Чеченской Республике, и как в том числе по всей Российской Федерации, в выборах Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва участвуют все политические партии. Но они все сейчас активно занимаются подготовкой к выборам, агитационной работой, как-то общаются с избирателями? Мы видим по телевизору, посредством массовой информации, все политические партии, независимо от политических платформ, их взглядов, они получили бесплатное эфирное время. Но я думаю, что наши избиратели тоже в этом убедились, что практически вот по местным каналам определенное время и видеоролики этих политических партий. Но также в городе Грозном и других населенных пунктах появились у нас информационные баннеры политических партий. Особенно, наверное, заметно для всех наших избирателей, очень активно ведет, скажем, предвыборную кампанию «Единая Россия». Вот сейчас мы после передачи выходим на улицу, и у первых попавших 10 человек просим их, чтобы они назвали какие-то партии, которые функционируют, их отделение на территории Чеченской Республики. Как вы думаете, кроме одной-двух, от силы трех партий, смогут они перечислить или нет? Я думаю, что практически очень будет трудно, потому что, я еще раз повторяю, что даже в период предвыборной кампании, вот сегодня, если мы с вами сейчас выйдем после передачи, пройдем по городу Грозному, мы, наверное, навряд ли найдем призывы некоторых политических партий. Поэтому для наших избирателей, наверное, информация они получают про этих политических партий только через средства массовой информации. Во сколько 4 декабря, это да, а во сколько вот избиратель приходит на участок? Я помню старые времена, это где-то в 6 часов и так далее, задолго до рассвета вот, начиналось голосование. А сейчас вот первый бюллетень, во сколько часов будет? 4 декабря 2011 года, ровно в 8 часов, в Чеченской Республике откроется 456 избирательных участков. Больницы, какие-то другие закрытые учреждения, воинские части и, скажем так, высокогорные какие-то населенные пункты на тот случай, если обильный снегопад, вот интересы, права вот эти категории избирателей, они как-то учтены? Действительно, вот с учетом того, что в один день пройдут две кампании, причем это большое политическое событие не только для Российской Федерации, но и Чеченской Республики, мы постарались и с помощью органов исполнительной власти учесть все практически. То есть, значит, впервые, можно сказать, в день выборов, уже за день, задолго, даже вот сегодня уже за 10 дней мы знаем, сколько у нас инвалидов, люди, которые имеет определенные там проблемы со здоровьем, со слухом, со зрением. То есть также я хотел бы отметить, что мы учли, сколько у нас там военных. То есть для военных, которые живут и работают в Чеченской Республике, именно для них создано 21 избирательный участок. Также у нас будет создано отдельно, уже создано. Это для тех военных, которые на постоянной основе? Да, на постоянной тоже голосуют. Как вы уже сказали, больница. Значит, у нас в городе Грозном создан один избирательный участок, это в центральном роддоме. У нас создан один избирательный участок в СИЗО в городе Грозном, потому что
пока они еще решением суда не лишены свободы. Не лишены свободы, то, естественно, они имеют право выбора и право участия в выборах. То есть, ну, я думаю, что мы практически имеем достаточно хороший опыт. Последние годы, скажем, за 10 лет в Чеченской Республике прошло, это уже 14-я кампания. Вы сказали в Центральном роддоме. Но у нас еще много других больниц, там Республиканская больница, Первая, больница скорой медицинской помощи и так далее. А вот там больные люди, они как? Все эти моменты учтены. Практически у нас есть избирательный участок или рядом с больницей. Вот рядом избирательный участок? Да. Больной человек лежит в 9-й городской больнице. Как это будет организовано? Нет, у нас же избирательное право России дает право возможности по заявлению принести переносной ящик. Переносной ящик, значит, член участковой комиссии доставит им в этот день переносный ящик, и они проголосуют прямо в своих палатах. В день голосования вы сказали, что это традиционно активность проявляют избиратели Чеченской Республики. Вы не могли бы сказать по прогнозам, по опросам и так далее, какую явку вы ожидаете? Конечно, все покажет 4 декабря, когда закроются избирательные участки. Но, тем не менее, вот какие-то уже опросы проводятся среди разных категорий граждан, молодежи, среднего возраста, старшего поколения. А в целом, если все это свести, какая ожидается явка? Ну, действительно, мы уже провели 2 соцопроса. Наши соцопросы, первый даже соцопрос мы проведем в начале ноября. Было всего несколько вопросов. Вы знаете, 4 декабря какое событие, откуда вы это узнали, и будете ли вы принимать участие в выборах. Но эти данные очень были высокие, действительно, практически. Мы просили в городе Грозном, в районных центрах, в Ачхамартане, в Росмартане, в городе Гудермесе, в Аргуне, ну, охватили всю республику. И знаете, уже за месяц до выборов у нас практически о выборах ну, знали процентов 90 населения. Сегодня, когда мы говорим о высокой явке, это однозначно. Каждый наш избиратель, он должен быть заинтересован именно, вот кто будет представлять его интересы. Он выбирает и местную власть, да, тоже, да? Да, кто будет представлять его интерес в органах местного самоуправления. Ну, мы также знаем активность наших избирателей последние годы. Последние годы. Я хочу вспомнить. Напомните, пожалуйста. В 2007 году в выборах Государственной Думы Российской Федерации в Чеченской Республике приняли участие 99% избирателей. Это была очень высокая цифра. Но все это объяснимо, потому что сегодня мы знаем в республике, какие происходят изменения, что произошло в последние годы. Вот, в том числе и мы с вами, наверное, не ожидали вот за такой короткий период, что это все это возможно. Мы знаем, что благодаря нашей главе республики Рамзан Ахматович все это стало действительно реальностью. Мы сегодня живем в другой республике и, можно сказать, в другом обществе. И я хотел бы особо отметить, потому что и у моих коллег, у наших, скажем, друзей, кавычка, бывают иногда вопросы по нашей явке. Действительно, а вот если взять в целом Российской Федерации и Чеченской Республики, вот я хотел бы просто привести пример именно информирования избирателей. Но это одна сторона. А вот... Но насчет информирования, извините, что я перебил вас, я вам сказал, привел бы такой пример. Я несколько дней назад был в Москве. Ну, вы знаете, там автопробки, едешь из аэропорта в центр 2-3 часа и имеешь возможность смотреть налево, направо, читать рекламные щиты. И можно сказать, что я там всего 2-3 шита, наверное, заметил, что вот выборы и так далее. Вот в Москве вот так, а в Чеченской Республике как? Ну, во-первых, у нас была самая одна трудная задача, действительно, вот удивитесь, что это задача была. Перед нами была поставлена задача главы республики, действительно, как бы донести информацию там до наших граждан, до наших избирателей 4 декабря выборы. И когда мы начали этим заниматься, у нас самая главная проблема была то, что у нас очень красивыми стали наши здания и улицы, и иногда нам очень трудно приходилось подбирать места, скажем, для наших баннеров, перетяжек. Если раньше, скажем, года 4
3-4 назад мы их могли на любое здание, скажем, на любое место крепить, то действительно вот нам, вот это мы должны честно признать, вот когда даже едешь от границы Ингушетии до границы Гудермеса, трудно найти... А почему до границы Гудермеса вы сказали? То есть до границы Гирзеля, я хотел сказать. То есть очень трудно найти место, где можно повесить перетяжку, там наши плакаты, и в том числе в городе Грозном. То есть настолько все стало чисто, красиво, ухоженно. И то есть, поэтому, ну, несмотря на это, я думаю, что мы достаточно. Теперь я... вам, в общем, приходится арендовать какие-то щиты рекламные, да? Да. Раньше могли на любое здание прикрепить. Раньше мы могли на любое место наши перетяжки, баннеры, плакаты. То действительно, сегодня мы, нам приходится, вот у... скажем, в том числе и в городе Грозном, и в других местах, найти специальные места для информирования наших избирателей. Это нас очень радует, на самом деле. Исмаил, вот вы сказали, что 7 партий принимают участие, будут бороться за депутатские мандаты. Естественно, это какое-то соревнование, это какая-то политическая, скажем так, борьба. 4 числа начинается голосование. Мы знаем, что во всем мире всегда после голосования кто-то что-то хочет сказать. А вот представители всех этих партий, наблюдатели и так далее, они будут иметь доступ на избирательный участок? Это первый вопрос. И второе, если представители от 7 политических партий, представители различных общественных организаций, представители, я имею в виду наблюдатели из центра, зарубежные и так далее. Там на этом участке, наверное, на каждом туда избирателю, наверное, и зайти невозможно будет. Это сколько их будет на каждом участке?